Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi, о новых эвентах, дропах и о многом другом. Сегодня продолжим рассматривать проект Omni. В этой части мы поговорим немного о самом токене, токеномике, как распределяется разбивка экономики токена и многое другое. Итак, как я уже говорил в прошлых частях, платформа предлагает нам зарабатывать на создание контента, поделились контентом и так далее. Прибыль будет возвращена пользователям Omni в виде монет Omni. Эти монеты можно использовать для покупок в приложении, покупок в торговых магазинах, отправки цифровых подарков нашим любимым влиятельным лицам на рынке NFT и многое другое. Итак, если мы перейдем на документ технический, здесь мы можем увидеть, как распределяются сами токены. Всего отчеканено 1 миллиард монет. Из этого 1 миллиарда монет 0,3% выделено на комьюнити резерв комьюнити, 0,3% выделено на ликвидность, 0,5% выделено на foundations, 0,8% на маркетинг, 3% на технических партнеров, 10% на публичные продажи и 10% на приватные продажи. 10% из seed sales продажи, 0,3% вот эти вот идут награды early backers, 15% выделено на команду и 30% это вся сама экосистема. Также на сайте есть раздел довольно хороший, это часто задаваемые вопросы, где мы получим все необходимые ответы на интересующие нас вопросы, такое, что такое Omni, действительно ли доходы делятся с пользователями, мои данные безопасности защищены, также есть ли ценность у самих монет. Вот этот вопрос довольно интересный. Да, Omni Coin можно использовать для отправки цифровых подарков нашим любимым авторам, покупок продуктов магазина приложения. Также это NFT магазин, ADS платформа рекламы и в системе сопоставления брендов и влиятельных лиц. На сайте можем видеть стек технологий, которые поддерживают компания. Здесь можно отметить, что на Polkadot. И все социальные сети для более подробной технической информации. Чтобы сделать какие-либо инвестирования, переходите на сайт, изучайте сайт, технический документ, социальные сети, и только после этого делайте свои решения, стоит ли инвестировать или нет. На этом обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.